Всем привет, с вами Greenite, и мы продолжаем Spellforce Shadow of the Phoenix. Ну что же, нам надо спасать рощу. А, здесь ничего не видно? Я думал. А, ну да, крейкард. Так, ага, вижу рунный храм уже. Героев, в смысле. Там и здесь. Хм, интересно, ладно. Ну, значит, здесь прокачки нету, уже хорошо. Поехали. Такс. Вы что, такие сильные? А, нет. Такие же слабые. Ничего не поменялось. Так, пускай пока призываются. А мы пойдем развлекаться дальше. Так, вот она сама дриада. Когда? Ну, на обложке она лучше. Намного. Так, пускай все призываются, а мы пока что пойдем. Просто их подправляем друг за дружкой, за мной. Ну, ребят, не страшно, не страшно. Вообще не страшно, правда их там дофига. Ну, такой себе. А тут что, кто-то есть, что ли? А, он, псина. А ты хоть лучник-то? А, ну да, ты арбалетчик. Давай тогда иди туда. Ты иди за мной. Поехали. Справишься, надеюсь. Серьезно? Так, а ты? Так. А, нет, давай-ка ты лучше силу, чем исцеление. Это более... Так, что вы... Ага, усилил, молодец. Ну, а мы дальше пойдем. Вот еще псина бегает. Иди сюда, скотина. Сдохни. Так, идите сюда, черти. Блин, их там дофига. Вижу закрытые ворота, нам по-любому наверх сначала надо будет сгонять. Вы чё, где там? Все, хорошо. Так, ну давайте, вы будете с ними сами справляться, а я пошел. Чё, есть кому чё подарить? Нет? Жалко. Жалко, очень жалко. Так, ну с псиной я справлюсь. Вы чё, там деретесь, нет? Ну блин, вы чё? Ага. А, в смысле, это сломать можно. Точнее, даже нужно. А, это наш заржал, да ты серьезно? Да убейте вы его, ты чё? Молодцы. Давайте ломать здание. Так, значит, где-то здесь еще есть храм. Это хорошо. Хоть бы помогли мне, что ли. Кто там? Что там? А, псина. Угу. Ой, какой-то успех красивый. Ой, кстати, мы можем одеть его. Так, 150, сила, стойкость сразу. Сила, стойкость. То есть, плюс 10 сразу. Ага, уже лучше. Разум плюс... и скорость боя плюс 5. И тут... Нет. Вообще не вариант. Оно хорошо, но оно полное. То есть он мне намного хуже. 390 защита. Может кому-то подогнать, не? Блин, красивое, но... Из-за нашего сета она вообще бесполезная. Ну, у нас круче намного, у нас больше защиты. Это раз. Больше силы на 10. Разум, да. Ну, не вариант вообще. Давай, мочи их. Так,
Открывай ворота. Ага. Поехали. Так, тут у нас вниз нельзя спуститься, просто идем дальше. Так, там какие-то здания впереди. Там кто-то живой остался еще? В смысле? А вы что, все уперлись? А, может, вы их замочите, как бы? В смысле? Почему вы... Ой. Ага, понял. Так, ты на исцеление давай. Работай. Че, убил? Нет, это чуть-чуть. Ну иди мочи. Ты че? Так, надо вот это ломать. Так, вот так усиляем. Уже по новой призывать надо. Хорошо. Так, работай, работай. Да в смысле, ты чё, не можешь убить ее? Ты чё, дурак? Ой, хорошо все. Так, вы. За мной. Ой, хорошо, уровень. А, так, что у нас? 36 аж надо, нифига себе. Так, давайте вот так поднимем. Так, что ты где там? А почему она стояла? Все, ты исцелил нас, молодец. Теперь мы идем дальше так. Противные здания. Ненавижу такие. Так, вон сама дриада. А, это мы к ней сейчас подойдем, да? Здесь же ничего у нас нету. Да. Так, ты на исцеление опять. Ой, не то. Ладно. Вот так вот. Ломай, ломай, ломай. Давайте сразу. Так, вы туда, а я сюда. Так, ну ему вообще бы оружие, наверное, лучше. У него урона-то нету. Как такового. Ну ладно, вы типа справитесь, надеюсь. Идите мочите. Я пойду сюда. Так, типа как-то так. А, здесь мы пойдем дальше потом. Соответственно. Ну, давайте, давайте. Ну, быстрее сломайте. Что-то они какие-то слабенькие. Я намного сильнее. В разы просто. Так, там еще камень вижу. Но, блин. Наконец-то ты пришел. Ты должно быть дриада. Ты выглядишь слабой. Убийца из числа людей безликого отравляет воду в моей роще. Яд убивает деревья, а я умираю вместе с ними. Где источник яда? Я не знаю. Отравитель прячется где-то в роще. Путь из Фиары был проделан мной не для того, чтобы ты умерла на моих глазах. Я найду отравителя. Потерпи еще немного. Так, вернулись в нормальный вид. Найди того, кто отравляет воду в роще. Скорее. А, ну окей, потом поговорим тогда. Так, там еще. Ну, тоже вроде как дриада. Призрак.
Нимфа. Во, нимфа будет. Тот дриада это нимфа. Давайте искать отравителя. Ты человек. Тебя послал к нам наша правительница. Я ищу того, кто отравляет сад. Мы с моими сестрами тоже. И нас настолько, что напали пауки неподалеку от храма. Где твои сестры? Я не знаю, я потеряла их. Но с другой стороны, в округе не так уж много пещер. И я уверена, что они прячутся в них. Тогда давай найдем их. Нам нужна любая помощь. Я уверена, что если они живы, они помогут нам. Мы должны очистить нашу рощу от яда и пауков. За мной. О, отлично. Так, ты на усиление? Давайте в тупиковый заходить. Это, наверное, сюда скорее тупик, да, будет. Поэтому погнали. А, и все? Серьезно? Так просто? Так просто. Даже не верится, что настолько просто. Да туфта все. Давай, мочи. Возьми нас с собой, воин Руны, мы поможем тебе. О, отлично. Да где я, господи, вот я. Сразу плюс 2, ништяк. Кому-то, кстати, надо было отдать эту фигню. Так, мы тут что-то получили, что-то интересное. Штанцы. В смысле, защита 100, нифига себе. Ну, тут сила, стойкость 10. А тут 8, ну, по 8 на 4 пункта. А тут всего лишь на 2. Станем слабее. Так, сколько у нас? 27. Минус 30 жизни. Минус 30 жизни. И чуть-чуть слабее станем, но... Больше защиты нет. Не стоит... Так, неравноценный обмен, я бы сказал. Так, у нас там щит какой-то. Сила, стойкость 12, реакция. Сила, стойкость 15, реакция, ловкость 5. Ну, тоже хороший, блин. И ловкость, и реакция добавляет. Ну, так, нехило. То есть тут у нас 15, 25. А здесь у нас получается 20, то есть минус 5 пунктов, но плюс 20 реакции ловкости. Но она нам не сильно нужна, мы, в принципе, редко мажем. Поэтому я не думаю, что это проблематично для нас. И так нормально. А ради 10... сколько? 17 защиты, этого, оно того не стоит. А, они слепошары вообще, да, в темноте. Давайте, сражайтесь с ними. Да, один вообще ничего не видит. Ну и да ладно. Незнакомец, мы поможем тебе. Но помогайте, так и быть. Так, это уже лучники, да? Хорош. Ну да, вроде... А, не... тихо. А, да, лучники есть, хорошо. Так, в смысле, тут близко... А, паук близко. А здесь что, с пещерой никто? Не это... Ну, так неинтересно даже. Блин, вот это прикольно. Он прикольно смотрится. Вообще такой прям рыцарь и рыцарь. Иди сюда. Обратно. Да, обидно. Я думал, штанцы можно будет одеть. А в итоге нет. В итоге фигня.
Да, давайте мочить пауков. Давайте, ударьте ему. Так, с этим мы наверху, это мы... Ага, это мы сейчас к другу, с другой стороны подойдем. Никто не вылез, это плохо. Ну, идем дальше. Так, ну-ка, идите-ка мочите. Я пойду выше. Вы с одним справитесь, я с 10, блин. Ох ты. Два раза подряд промазал. Фига себе. Так, замочили, уже хорошо. И никто не вылез, опять же. Опять эти дурацкие здания. Давай-ка ты на исцеление у нас теперь. Тебя мы активируем. Ой, не-не-не. Так, ага. Этот мы... В смысле? А, точно, они же... Ай, блин. Ну ладно, призываем, чё уж. Так, тогда постойте-ка его здесь. А я пойду здание поломаю. Накосячили. Немножечко. Ладно, пускай идут. Яд на меня не действует вообще практически. Ну-ка, усилься. Хотя это не поможет. Да. По зданию максимально урон, мне кажется, просто проходит и все. Это кого он? Гоблин нежить. Хорошо. Так, у нее аура скованности. Ага, хорошо. Аура кражи манны. А зачем ей аура кражи манны? Непонятно. Так, ты давай тогда на усиление, раз оно на то пошло. Идите сюда. Ну, давай, давай, ломай до того, как они хотя бы придут. Аня, давай-ка ты на исцеление. Там поисцеляй некоторых. Так, мы что-то получили. Что-то, что мы не можем использовать. Фехтование, легкие пинки 15. Да, как-то тупо, что я там призвал, тот активировал, тот зафейлил, и они сдохли. Ну, фигово. То есть, рабочих можно, а таких нельзя. Это не очень круто. Так, ну тут мне надо ваша сила, чтобы быстрее всех замочить. Давайте подходим. И поехали. Давай, усиляй. Хорош, молодец. Так, эти хау раскованности, они чё, по-моему, медленнее атакуют. Или слабее атакуют. Точно не помню. Ну, в общем, нормально. Ну. Да, сражайтесь со мной бок о бок. Поехали, поехали. Так, паучок. Ну, вы с ним справитесь. Я даже тормозиться не буду. Давайте, наверное, давайте на скорость. Пускай быстрее атакует. А, он за мной рванул. Так, тогда тут на исцеление. Как он ее быстро-то убивает, а? Что она такая хиленькая. Так, здесь никого, ничего. Идем сюда, значит.
пауков. А почему синим? Давай, топай за мной. Так, ну эти все вроде живы. 3-4. Так, идем сюда. Этот колосс врочит дриад. Поверхность воды покрыта дымящимся масляной пленкой. Кажется, она ядовита. Ага. Ну, допустим, ядовита. Смотри-ка, старый друг. Человека-паук, ты далеко от перевала Дикоземья. От Дикоземья и от моей старой жизни, которая закончилась так бесславно. Но это новая форма, она возбуждает. Тебе тоже стоит попробовать. Черт, я забыл, мы же ведь враги, так? Как же это раздражает. Убирайся отсюда вместе со своим ядом и своими восьми ногами. Это твой единственный шанс на спасение. Боюсь, я не могу с тобой согласиться. Я прекрасно себя здесь чувствую. Все, что мне нужно, свежая кровь. Прости, старый друг. Эта земля станет могилой. Твоей могилой. Ау. Как удачно. Так, ну мы на месте, погнали. Ой, надо было всех усилять. Давайте всех. Так, так, поехали, давай, давай, давай. Так, вроде все живы. Ну все, вы разберетесь с ним. А, надо все ломать, хорошо. Так, идите ломать там. А я пойду здесь ломать. Да, неудачно, что расплющивает. Ну, это, блин, ну старая игра. Под Full HD не рассчитана. Была. Было все квадратное. А, что? Гоблин? А, точно, же гоблин. Да, гоблин нежить. Давай еще одного призывай. О, хорош. Давай еще одного. Так, три. Все, три достаточно. Так, ускорение. Пускай лупит. А мы идем дальше. Так, это значит тот самый король пауков, который убил маленькую девочку. Ну ладно. Мы его и в загробной жизни достанем. Так, ага, здесь надо забрать. Он там не появился? Нет, он сбежал. Сундук, 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 иди забери. Так, я иду сюда. Потом идем дальше. Да вы чё, вы там с пауком справиться не можете, вы чё? Так, и так. Yes. Угу, допустим, чё у нас новенького? А ничего мы не можем одеть. Всё, всё фигня, давай по новой. Так, ну, я думаю, вы справитесь. Я сейчас вас усилю. Ага, только одного. Гениально. Давай, мочи их. Так, это сюда. Это сюда. Ну, вы справитесь, я знаю. Я верю в вас. Ну нормально, так шпарят они.
Давай, ломай быстрей. Так, а куда нам? Ой, хорош, что-то там интересное получили. Так, ну допустим. Так, из последнего. А, защита... А, ну такие же были. Защита 42. Ну это все туфта. Да, сюда ничего не подойдет. Ну и, что так долго? Ну... И допустим, и что? А, догоните, догоните. А где он? А, тут ты. Блин, нифига вы запрятали. Я что-то даже не увидел. Нифига себе вы прятать. Ты не справился, паук. О нет, это отчаянный воин руны. Его не остановить. Я что, пожертвовал тебе мало девушек и своего королевства, животное? Ты не можешь ни поставить дряду на колени, ни остановить этого воина. Пожалуй, я расскажу безликому о твоей мелкой вероломной сделке со мной. Я ему еще нужен, а вот ты... Нет, только не это. Ты не знаешь, что он сделает с предателями. Тогда убей же, наконец, этого рунного воина. Когда он исчезнет, я-то опять должен подействовать. Мне нужна дриада. Она должна познать, ползать у моих ног, как послушная собачонка. Черт, этот слуга рун должен умереть. Ну, поехали. Иди сюда. Будем умирать вместе. Чё чучело? Иди сюда. Ой, 40 уровень, нифига себе. Чё он его загипнотизировал? Ты чё, офигел? Ты чё, страх потерял? Скотина. Вот и все. Он дважды умер. Так, это что? Это портал. А, это в Империю портал. Хорошо. Противоядие. Ага, то есть мне надо... А я могу? Так, то есть это где-то здесь, по-моему, да? Или нет? Так, это храм. Ну, скорее всего, да, тот должен. Так, здесь ничего нет. Ничего не забуду, ничего не пропущу. Вроде все нормально. Ладно, полетели. А, сердце леса. Нет. Портал ударец, гнездо пауков. А, где-то... Так, а куда, в какую сторону-то? Так. Ага, вот он, где-то. Вот сюда. Ага, все правильно. Я куда иду? А, да, все, я правильно иду. Ну, могли и тут спуск сделать. Для удобства хотя бы. Или поближе как-то. Ну, блин, вот это оббегание. Для чего? Зачем? Надо упрощать, все было. Ну, раньше просто не любили делать. Любили делать интересно. А сейчас наоборот, все просто, но неинтересно. Все, отлично. Ну блин, меня сейчас опять расплющит, да? Ну ты скотина. Вода очистилась. Моя роща спасена. Так, ну идем в сердце леса. Теперь мы знаем, что нам надо в сердце леса. А, там, получается, верхний портал, который к самому королю. Блин, там 45 уровень.
Были бы со мной воины, я бы еще справился, наверное. Он хотя бы нас исцелял бы. А так, ну это фигово. 45-й, хотя бы 40-й уровень минимум надо, чтобы там спокойно держаться. Так, по прокачке можно фехтование, конечно, влиться. А зачем? Ладно. Максимально я, кстати, не знаю какой. Наверное, 20-й. Скорее всего, 20-й. Яд уходит. Роща оживает. Человеку-пауку приказали изводить тебя ядом, чтобы ты подчинилась императору. Как бы я хотела спасти императора от этой постыдной глупости. Но чем я могу помочь тебе? Я ищу человека по имени Дарий. Он был здесь и рассказал мне о тебе. С ним все в порядке? Где он? Я не могу ответить на эти вопросы, но он оставил письмо для тебя. Мой старый друг. К тому времени, как ты прочтешь, я уже исчезну в ущелье тьмы. Я шел по следу Безликого от слепых стен города духов до этого места. Его почерк очевиден. За маской Белиала прячется Макруга Хакана Шир, властелин смерти. Он поднял из могил своих братьев по кругу и послал их на юг. Я буду преследовать его. Скорее всего, он пересечет Сумеречные горы. Я уже чувствую, куда приведет меня погоня за ним. Мне страшно. Первый раз в жизни я вхожу в неизвестность, в ущелье тьмы, куда никогда не проникает света Унира. Что-то ужасное пробуждается в дышащих испарениями дебрях джунглей. Я должен действовать. Только одно облегчает мой страх. Я знаю, что ты, Иурия, пойдете за мной, и что ты скоро вступишь в битву с неизвестным. Поговори с Дриадой Древа Жизни. Она — последний лучик надежды в опустошенной земле Ксу. Следуй ее советам. Удачи, друг мой. Благослови тебя, Элани. Что случилось с Дарием? Мои птицы следовали за ним, пока он шел на юг. Он пересек Сумеречные горы и исчез в черных джунглях. Дальше птицы лететь не смогли. В тех джунглях властвует Зарах. И ни я, ни боги не могут заглянуть в них. Там мы бессильны. Этот старый дурак пошел туда, чтобы найти мага Круга. Он ведь всего лишь писатель. Зачем ему это нужно? На самом деле, он намного сильнее всех писателей мира вместе взятых. Но вот что касается того, что он дурак. Ты верно говоришь. Боюсь, он в плену. Твой долг помочь ему. Безликий начал возрождать магов Круга с помощью эликсира жизни. Глоток этого эликсира полностью вернет им жизнь и магическую силу, но в то же время полностью подчинит воле Безликого. Он поднимает круг из могил наших старых хозяев. О боги, мне нужно его остановить. Да, ведь ты хранишь камень Феникса. Ты можешь предотвратить вторжение нежити Хакана в Ксу. Ты владеешь силой, способной уничтожить круг. Клянусь, я это сделаю. Я спасу Дария и навсегда избавлю этот мир от круга магов. Твоей цели будет не просто достигнуть. Легионы нежити уже пересекли Сумеречные горы и перекрыли все проходы к джунглям. Должен быть какой-то путь. Нельзя же перекрыть целую страну. Не забывай, что Безликий Макруга, но один человек может помочь тебе найти дорогу. Это Уру, мудрая женщина из народа Катаев, которые живут у подножия Сумеречных гор.
Она владеет исчислимым количеством тайн сумеречных гор и джунглей. Она знает старые тропинки Ордена Зербитов. Она должна найти дорогу в джунгли. Но Безликий понимает, что Уру опасна для него, поэтому его армия и осаждает Катан. Ему нужно, чтобы Уру была мертва. Если с помощью ее знаний я смогу попасть в царство Безликого, мой долг — сохранить ее жизнь любой ценой. Естественно, отправляйся в Катан как можно быстрее и отбрось нежить от города. Спаси Уру. Но как я доберусь в Катан? Похоже, все порталы на юг перекрыты. Твоя подруга Элия умеет открывать закрытые двери. Кроме того, она сможет рассказать тебе много полезного о дороге в Катан. Прекрасно. Я отправлюсь немедленно. Спасибо тебе за помощь, древесный дух. Пусть покой и гармония не оставят тебя. О, Господи. Кто такой Хакан Ашир, который скрывается под маской? Разве ты не помнишь? Это некромант, который с твоей помощью завладел маской Белиала. Я-то помню. Это было в Шелесте. Я помню, маска была наградой за то, что он расскажет мне, где я смогу найти Феникса. Это оживило его, дало его истлевшему телу новую форму и вернуло ему былую магическую силу. Он долго скрывался, ожидая, пока его сила полностью восстановится. Теперь он готов. Хакан, пока он был еще недостаточно силен, сел раскизла, будучи советником императора здесь, в Империи. Но путь в мою рощу ему был закрыт. Вот почему он подослал ко мне убийц. Почему он не смог попасть в рощу? Маска вернула ему тело, но не сделала его человеком. Маска Белиала теперь является его неотъемлемой частью, а значит и сам Белиал. Ему запрещено переступать порог святых мест, только если он не посвященный темным богам. Пока я здесь, он мне не угрожает, но его армии нежити уже начали покорять Ксу с юга. Когда они достигнут этой рощи, в Ксу исчезнет последний сад жизни. Не бойся, дух леса, я остановлю Хакана и круг до того, как это случится. Что ты знаешь о камне Феникса? В нем заключен Феникс, птица, целиком состоящая из вечного пламени. Она стара, как мир и как центр мира, полная великой силы. Феникс всегда существовал в потоках магии. Он не хороший и не плохой, не темный и не светлый. Он просто часть мира, такая же, как солнце и облака. Но маги круга выманили его из центра мира и заточили в камень, а его силу они поставили на службу своей магии. Камень, который был найден тобой в руинах Муландира, единственное оружие, которое может быть опасно для магов круга. Но камень не дал мне никакой силы. Верно, лишь немногие могут управлять им. Но существо, томящееся в нем, летало, люто ненавидит магов круга. Стоит только выпустить его на свободу, и его сила вечного пламени уничтожит магов круга. Выпустить? Но как? Камень же нельзя разрушить. Сама я не знаю, но мои птицы постараются найти для тебя ответ. А пока направляйся на юг. Тебе нельзя терять времени. Что такое эликсир жизни? Это жидкость, в которой сконцентрирована сама суть жизни. Если дать ее мертвому, он станет живым. Но как Безликому удалось создать подобный эликсир? Лишь кровь Бога содержит исконную жизненную силу. Безликому как-то удалось достать ее. Без крови Бога он не смог бы возродить круг магов и вернуть им силу. Он достал кровь Бога, но даже магу круга этого было бы не по плечу. Боюсь, у него есть власть над кем-то из богов. Его поступки непредсказуемы, ведь он наделен силой Белиала.
Не означает ли то, что с возрождением магов круга продолжится старое противостояние? Нет, Лефтир возвращает жизнь, но он также передает нити судьбы возрожденного в руки возродившего. Им придется подчиняться ему. То есть, если Безликий завершит задуманное, весь круг магов будет в его власти? Да, круг магов будет не просто могущественен, он будет объединен злодеи его... злой волей Хакана Шира. Почему тебя заточили здесь? Однажды я нарушила законы богов. Теперь я нахожусь в вечном изгнании. Что же ты сделала? Я переступила грань, которую установил сам Аунир, отец богов. Я не думала, что у чудесных событий могут быть столь ужасные последствия. Понимаешь, жизнь Дриады зависит от смены времени года. Тогда мир был еще юн, и повсюду была весна. Ксу была настоящим раем. Народы еще не появились на свет, и боги спокойно гуляли по этому миру. Один из них забрел в мою рощу. Мы провели тут волшебную весну вместе. Но в один прекрасный день остальные боги обо всем узнали. Боги прогневались на меня за то, что я посмела соблазнить одного из них. Они отобрали у меня силу и навечно заточили меня здесь. Сейчас я последний из дриад древа жизни, оставшихся в Ксу. Чем меньше нас оставалось, тем больше страна становилась похожа на пустыню. Теперь лишь моя роща отделяет. Если бы я смогла избавиться от своего проклятия, я бы сделала Ксу цветущим раем. Что случилось с остальными дриадами? С ними все в порядке, просто они ушли из Ксу. Когда я была наказана за свои грехи, мои сестры воззвали к богам. Они понимали, что я лишь делала то, для чего была создана. Но боги были неумолимы, поэтому многие мои сестры добровольно отказались от твоей силы и покинули Ксу. Без них древо жизни увяли, и страна превратилась в пустыню. Осталась только я, да и то, навеки прикованная проклятием к этому месту. Если бы я только могла все изменить, мне ужасно больно смотреть на то, что, как из-за меня, моя страна умирает. Разве страна умирает? Да, всем известно, что север Ксу — это бесплодная пустыня, но когда-то на ее месте был цветущий сад невиданной красоты. Это было святое место, полное прекраснейших растений и животных. Немногое из этого дожило до наших дней. Все святые места уже осквернены, и лишь одно существо осталось в живых, а его держат в клетке и показывают в цирке, как будто это какая-то диковинная безделица. И ты ничего не можешь с этим поделать? Могу, но не могу покинуть это место, а у моих нимф недостаточно сил для такого опасного путешествия. Я могу чем-нибудь помочь? Не хочу отягощать тебя дополнительными трудностями. Судьба и так свалила на тебя слишком много. Давай я решу это самостоятельно. Чем я могу тебе помочь? В Ксу есть особые места, в которых еще сохранилась исконная жизненная сила этой страны, но они осквернены нечистью. Чахнут деревья, которые росли там раньше. Нечисть появляется на свет из их гниющих останков. Твоя цель — залечить эти раны на теле природы. Ты что-то говорил о существе? Да, это последний из эфритов. Император похитил его из-за моего сада, а когда тот ему дал, он отдал его в цирк. Тебе нужно спасти его. Святые места? Где они находятся? Ты найдешь их на Ониксом берегу, в Красной пустыне, и в Катан, и в Сумеречных горах, неподалеку от Сумеречной твердыни. Кстати, о Эрфите. Что это за существо? Он не имеет собственной формы и принимает любую, какая ему понравится. Обычно его форма соответствует и его настроению. Он может быть кем угодно, от пушистого домашнего зверька до опаснейшего монстра.
Раньше их было много, но немногие дожили до сегодняшних дней. Один из них жил в моей роще. Он очень понравился императору, и тот решил взять его к себе во дворец. Но императору он скоро надоел, и этот дурак выкинул его, как наскучившую игрушку. Как я могу очистить их? Я дам тебе семена древа жизни. Попытайся найти хоть немного плодородной почвы там, где раньше были святые места, и посади туда семена. Если ты сделаешь все правильно, то скоро на свет появится новое дерево жизни, и его магия очистит пространство вокруг. Но опасайся, там много опасных существ. Вот семена. Обращайся с ними осторожно. Они мне как дети. Где я могу найти его? Император отдал его в цирк, теперь он таращится, на него таращится посетителей цирка, который заставляет его принимать различные формы. Не обязательно освобождать его силой. Ты можешь попробовать договориться с Зербио, хозяином цирка. Поговори с ним, он живет в Империи, неподалеку от арены. О, господи, так, ну, в принципе, все понятно. Здесь нам делать нечего. Где семечко посадить в Ониксовом берегу, я знаю. Так, это вернуться к Элли, это все понятно. Так, ну, на сегодня, наверное, все. С вами был Гринайт. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока!